Огонь продолжает уносить человеческие жизни. На этот раз в одном из гаражей по улице Сака было обнаружено тело 59-летнего мужчины. Возгорание произошло 28 июня ранним утром. Когда пожарные приехали на место, гараж был закрыт. Из щелей валил дым. Замки пришлось взламывать. Внутри гаража, недалеко от машины, горела куча мусора. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем. На данный момент причины пожара, по предположениям, это курение в нетрезвом виде. То есть, скорее всего, выпил, закурил, бросил бычок в урну. Ну или в кучу мусора. Мусор загорелся, и то есть, а дым, он задохнулся. Таким образом все произошло.